И всем привет, с вами Крипер. Сегодня я снова попал в закулисье. Напомню, что это хоррор-проект, в котором есть сюжет, рандомная генерация и, конечно же, монстр. Также на карте есть одно правило. Если я играю с кем-то, а я играю с Мидзуки, то нам запрещено использовать Discord, а разговаривать мы можем только в Майнкрафте, когда горит вот этот микрофончик. Поэтому нас слышит и сам монстр. А монстр сейчас гораздо сложнее. Так, вот я и снова здесь. В общем, ребята, напоминаю, что цель наша сбежать. Сейчас Мидзуки где-то заспавнился в другом месте. В этот раз нам не повезло, во-первых. Во-вторых, как вы заметили, я обновил шейдеры. Теперь у меня супер крутые шейдеры стоят. А еще карта обновлена. Теперь тут очень сложный просто монстр. Прям вообще сложнее гораздо, чем был в прошлый раз. Опа, он ходит вот он. Ёб твою мать. Иди ты нахер, понял. Ладно, нам надо Андрюху найти. Андрей! Не слышит. А у меня где-то тут монстр ходит. Блять. Нет! В самом начале уже! Ё-моё! Какого хера в самом начале? Больно вообще-то, ну ё-моё. Я говорю, монстр прям реально сложнее стал. Это, ну, нереально с ним играть, конечно. Но мы постараемся, мы постараемся. Блин, как-то надо Андрея найти, я не знаю, где он. Так, ключиков никаких. Так, стоп, дверь открылась. А, была закрыта. Андрей? Андрей! Блять, дверью пришибло. Так, еще раз напоминаю, что тут рандомная генерация. О! Во, я как вам и сказал, надо проверять в любых местах. Тут может в любом месте ключ валяться. Так, это у нас ключ от классной двери. Хорошо. Так, медицинка. Тут должна быть аптечка. О, аптечка, аптечка. Прекрасно. У нас можно восстановить ХП. Но я их восстановлю, когда у меня на один удар останется. Андрей, я вообще не слышу. Пиздец, блядь. О, Андрей! Я ключ от классной комнаты нашел, пока не знаю, что найти. Меня один раз уже ударили, тебя ударили? А, ну да. Я с кем разговариваю, долбоёб. Так, монстра вроде нету. Андрей! А что, где-то рядом, если эти звуки идут? Так, надо тщательно проверять двери. Есть ли там что-то, потому что если там ничего нет, то смысла двери... О, там есть, там, по-моему, ключ. Как открыть-то, ёпта? А, это библиотека, это не классная дверь. А я открыть пытаюсь. Ты где? Я в сейф-зоне на втором. Я в сейф-зоне на первом. Только что, кажется, обкакался. Это пиздец. Круто. И, ребята, если вы не понимаете, почему мы друг друга слышим, дело в том, что... Нормально. Дело в том, что мы друг друга слышим, потому что, скорее всего, сейф-зоны находятся очень близко, и тут в моде немножечко не продумано это. Так, я, наверное, пойду на первый этаж. Все, валим на первый этаж, валим на первый этаж. Сейф-зона. Андрюха, здорово, ты тут теперь так... Ё-моё, ты чё чёрный? Я буду здесь. Встань, встань, чтоб тебя подписчики хоть увидели. Я буду здесь. Смотри, что у меня есть. Тебя били вообще? Да. Один раз, два, десять. Один раз. Ну, меня тоже один раз ударили. Но я говорю, карта прям сложнее, да, стала вообще. Да. Поэтому я здесь остаюсь. Нет, погнали, нам идти пора. Играть и ходи, сам. Кстати, только на шифте, и когда лежишь, тоже только на шифте. И лежа. Да-да-да, тоже на шифте, потому что он тут стоит, ё-моё. И все, и больше никак. Вон, в двери, там видно его. Он прям пасёт, и жестко пасёт. Там ключ, чувак, там ключ валяется. Я вижу, вижу. Так, я, короче, сейчас беру. Все хорошо. Чувак, у меня получается два ключа от классной двери. На тебе один, если вдруг найдешь. А ё-моё, он все ходит тут. Караулит, скотина, а. Он с той стороны. Да, дай зайти обратно. Дай зайти обратно. Прекрасно. Напоминаю, что нам надо открыть вот эти ворота. Для этого нам надо подать как-то электричество.
А для того, чтобы подать... А, эта дверь открывается. А для того, чтобы подать электричество, нам надо спуститься в подвал, найти ключики. Короче, сложновато это все. Чё он к тебе идет? Еще ключ-карту надо. Опять с Андреем разделились, но мне надо что-то открыть этим ключиком. Мне прям не терпится что-то открыть. Я надеюсь, что в этот раз мы сбежим. Ну или хотя бы приблизимся ближе к нашей цели. Ладно, в этот раз пойду сюда. Тут, правда, темновато немножко. Нет, 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 пожалуйста, ну не надо. Нет, нахер. Я не знаю, куда бежать. Не надо. Не надо такого делать больше, пожалуйста. Господи, как страшно. Ой, блин, я не могу почему-то найти никакой классной двери, я в офиге. Так, все, никого... Ой, я вижу классную комнату, наконец-то, наконец-то, классная комната. А, это библиотека, ну ё-моё. Здорово. То куда, а я посъёбал. Я понял. Я пойду в ту сторону. Так, ну блин, ну вот это вся библиотека, да? Я же открыть не смогу, да? А, я открыл! А, так это не библиотека. Я думал, это библиотека. О! Ключ от подвала. Ключ от подвала, это вообще прекрасно. О, внизу стоит. Нет, он стоит наверху как раз таки и бежит за мной! Страшно, когда тебе пятки поджимают! Сука, я испугался тебя, блядь! Ты заорал, ёпта! Короче, тебя не ударяли больше? Нет, я... Все меня пасет, козел, а? Я признаюсь, я утрунулся, я здесь стоял и шумел, чтобы он на меня огрелся. Ладно, нам сейчас с тобой в подвал надо идти. Иди. Нет, мы вместе пойдем. Вот он спуск. Иди сюда, тут спуск. Тут дверь в подвал. Вот эти карта посложнее стала. Блять, он сейчас сюда придет. Надо найти сейф-зону. Сейф-зона тут где-то даже... Вот она, сейф-зона, сейф-зона. Фух, сейф-зона. Кстати, тут тоже ключи могут спавниться. Но это редкость, конечно, но тоже могут. Блин, жопа, я не знаю, как это проходить. Он постоянно тебя пасет. Что это за монстр такой сложный, ё-моё. О, ключ, ключ, ключ. Это же ключ? Да, это ключ. От классной двери, хорошо. Короче, прямо сейчас план такой. Нам надо как-то найти как можно больше вещей в подвале. Это тут ходит, ё-моё. Как можно больше вещей в подвале. А в подвале есть, короче, второй ключ от подвала должен спавниться. Опа. А я, походу, его нашел. Да? Второй ключ от подвала. Так, питание лифта. А, сюда, видимо, батарейку надо поставить. Окей, ну батареек я не находил. Так, вон она, вторая дверь от подвала. Прекрасно, сейчас у нас будет два пути отступления, если что. О, еще ключ! Охереть, вот это мне везет-то, ё-моё. Удаленный доступ. Открыть сейф через компьютер. А, ну у меня нету этого. Все. Андрей, ты заколебал тут сидеть. Короче, я нашел ключ от подвала, второй. У меня, получается, у нас две стороны подвала открыты. У меня есть ключ от библиотеки, от классной двери. А? Тебя пнули, нет? Не-не-не, еще не пинали. У меня аптечка, если что, есть. Она, видимо, одна всего на карту, ну все. Погнали со мной уже, а то мне надоело одному ходить. Ты издеваешься. Я сказал, погнали со мной в библиотеку, а не стоять тут. Стой! Я уже понял. Вот это библиотека. Вот он ключик. Еще ключ от классной двери. Прекрасно. Может еще что-нибудь есть? А, я опять дверью себя херанул. Ну что такое-то? Так, ну ключей тут никаких нет. Так, сейчас пока монстр на нас почему-то не агрится. Блять, опять себя дверью пришиб. Ну что ж такое, я мудак такой. Так, прямо сейчас надо как-то открыть дверь какую-нибудь.
Так, его тут нет. Хорошо. Так, тут у нас... Блин, там компы, там может быть... Он рядом стоит. Открой. Блин, опять себя дверью пришиб. Ну что ж такое-то, а? 98-26. Понял. Если вы не поняли до сих пор, как мы разговариваем, короче, в игре не продумано, сейф-зона находится тут, и сейф-зона находится вон там вот. У меня в классе запер, караулит. И дело в том, что тут настолько прям слышно, что вот, мы вроде как бы далеко, вроде бы как бы и недалеко, потому что тут вон всего-то. 98-26. Все, работает. А, вон монстр. Так, ну-ка, Андрюха, где у нас? Андрей, видимо, по коридорам сейчас не ходит. Он сказал, что его корова... Ладно, я могу открыть... Саня, пошуми как-нибудь. А-ля-ля-ля-ля, монстр. Монстр! Я шумлю, я бегаю. Монстр! 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 Алло, монстр! Вот он, вот он. Все. Андрей, беги, я отозвал его. Так, все, нам надо встретиться как-то с ним. Иди в сейф-зону. Ёб твою! Я обосрался тебя. Ты просто тоже черный такой, когда бегаешь, ё-моё. Короче, смотри, 98-26 код. Мне пришлось круг сделать, мне пришлось. Ладно, смотри, код 98-26, ты включаешь. В общем, ты посмотришь по камерам, когда я буду в подвале, я нажму рычаг. И у тебя засветится кнопочка, что тебе надо открыть сейф, там она справа снизу. Прямо сейчас нам надо как-то активировать. И крикнуть Андрею, чтобы он нажимал рычаг. О, все, нажимаю я рычаг. Андрей, давай! Андрей, все, нажал? Да, я нажал, все. Он был рядом с тобой. Сейчас он рядом с нами. В смысле ты... Я все нажал. Ты не нажал? Я пошел рычаг дергать. Потом тебе надо будет нажать, когда я дерну рычаг, а не сразу. Андрей, нажимай! Не-не-не! Все, работает? Все, сейф открыт, прекрасно. Все, сейф открыт, надо тебе сейф найти, он вроде вот тут был где-то. Я его вроде видел уже. Забери, пожалуйста. А ты не хочешь отсюда выходить, да? А ты откуда ключ нашел? Нет, в каком-то. Вот он, сейф. Все, я нашел ключ-карту в сейфе. Теперь надо турникет запитать чем-то. Нам надо где-то найти батарейку, чтобы запитать турникет. Потом... Батарейка в подвале. Думаешь? Но я в подвале вообще, в принципе, все обыскал. Да. Вот, у нас классная комната ключ. Нам надо, видимо, найти. В подвале есть еще одна дверь закрытая. Видимо, нам надо от нее ключ найти. И там, скорее всего, будет батарейка. Ё-моё! Отвянь! Пожалуйста, не надо за мной ходить. Никогда в своей жизни больше так не делай. Чё ты там своей башкой вертишь? Да ёб твою мать! Открываем. Нет, ну тут ничего нету. Придется исследовать подвал, что я могу сказать. Больше у меня нет никаких догадок. Я не знаю, где все остальное находится. Нет, не беги, пожалуйста, я за тебя инвентарь открыл. Как от него убежать? Куда от него убежать, главное? Я не знаю, куда бежать, я не знаю. На второй этаж, все, я бегу. В смысле, на первый. Обосраться просто. Я не знаю, где это. Я не могу ключи найти вообще. Я на один пинок. Я, короче, вышел сразу после тебя, и он меня ударил. А может, ты лучше себе оставишь, а я его буду отвлекать как бы. Ну, ладно, да, ладно, давай. Все-таки, если я умру, то просто видео закончится. Я... Да, поэтому... Ладно, ну и мне если два пинка. Если я умру, еще можно дальше. Пока. Ну, мне я один... как понимаю на два, но я еще себя дверью полупасил нечаянно. Мне один пинок, потому что я себя еще с лестницы уронил. Я не знаю, как. Я реально, я не знаю, как. Я не вижу, я вообще ключей не могу найти. Это сложно, это сложно. Блин, да отстань, пожалуйста, не трогай меня, не надо. Нет. Я так быстро от него убежал? Вот дверь. А, нет, там библиотека точно. Надо точно все проверить. Так, тут, кстати, проход есть. Нифига себе, тут спрятаться можно. Оп.
Опа, ходит тут. Ну хорошо, что тут спрятаться можно, это удобно очень. Мне охота туда спрыгнуть, блин. Я просто не понимаю, куда этот спуск ведет. Теперь понимаю, а еще я на один удар. Зря я сюда спрыгнул. Иди отсюда, пожалуйста. Давай, иди. У меня вообще идей ноль. Андрей еще куда-то подевался. А он, наверное, умер. Ты жив? А, нет, он друга. Я живой, я живой. Ты где? Я в подвале, в сейф. Я понял. Нежданчик. А, Андрей, видимо, отсюда уже свалил, да? Либо его убили, либо я фиг знает. Блин, я вот не знаю, где я еще не был. Вот я, по-моему, вообще все обсмотрел. Ладно, я еще раз проверю. Подвальчик. Я очень... А где вообще питание лифта это было? Блин, отстань, пожалуйста, не бегай за мной. Я в тупике, я в тупике, я в тупике. Не трогай, ну зи. Он прямо мне дышит, собака, в спину. Подождите, а мне вообще не лифт надо запитывать, там мне турникет надо запитывать. Блять. Отстань, 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 ну отстань. А давай-ка я тебя выведу отсюда. Пойдем со мной. Идешь? Пойдем, пойдем. Все, пошел на. Ублюдок сраный. Вот так мы ботов обыгрываем, понятно? Нет, козел опять тут, ну что ты... Что? Я сквозь него прошел? Надо проверить сейчас по новой все кабинеты. Наверное, ключ по новой заспавнился. Ну, в том смысле, что кабинет... Ну, тут, когда что-то делаешь, ключи спавнятся по новой. То есть, возможно, он сейчас где-то заспавнился. Андрей, я как понимаю, умер, потому что... Ну, я его нигде найти не могу. Я во всех сейф-зонах был уже, по-моему. А. Все. Ай, бля, опять себя дверью ёбнул. Ну что ж такое-то, ё-моё. Вот, все. Главное питание, главное хода. Все, питаем. Все, прекрасно. Ключ, карта. Теперь мне надо на первый этаж. Так, открываем. Проходи! Сраная дверь! Как она меня бесит, а? Так, мне сейчас, по-моему, написали, что надо сломать замок. Я просто не увидел меня, понимаете, этот. Так, и там вроде должны спавниться кусачки. Они вроде спавнятся всегда. Так, он пошел на второй, все прекрасно. Кусачки всегда спавнятся, по-моему, в подвале. Сейчас надо все проверять. О, а, ладно, так быстро не ожидал. Ладно, все. Все, нам прямая дорога. Все, все. Вот он выход, вот он. Пожалуйста, все. Все, все. Лифт запитать. А, в смысле? А, баг! Ха! Туда! Хоть когда-то баги в мою сторону работают. Я же от лифта-то отцепил этот. А, подождите, может лифт... А, меня на этот этаж... А, меня в подвал сделало, да. То есть лифт все-таки запитывать надо. А я уж думал, баг произошел в мою сторону. Но, к сожалению, нет. Блять, да что ж такое-то, ебаный рот, блять! Я твой рот шатал, ты знал такое? Странный монстр. Тут дверь закрыта, он закрыл дверь. Это пизда!